Передвижной локальный дождь идет по улице Крайней. Поливальная машина маленьким напором воды как бы сбрызгивает дорогу, чтобы прибить пыль. За ней идет трактор, который направленным движением щетки сбивает получившуюся грязь к бордюру. Рабочим остается только лопатами сформировать аккуратные кучки и отправить их в ковш погрузчика. Такая отлаженная система позволяет собрать всю пыль, не подняв ее в воздух, и ускорить процесс уборки. Но зачастую автовладельцы замедляют работу. Когда мы работаем, нам очень мешают припаркованные машины. Приходится объезжать очень аккуратно, чтобы не задеть их. И просьба, чтобы убирали машины. Рабочие бригады компании «Сафари Самара» работают круглосуточно. Днем они убирают улицы, а ночью делают ямочный ремонт дорог. Компания обслуживает Красноглинский район. Весенние работы здесь традиционно начинаются позже всех. Красноглинский район, как вы видите, он отдаленный. И здесь он более такой северный от Самары находится. Поэтому здесь вот, как бы весна приходит намного позже, чем в городе, да? Сход снега, задержка схода снега идет, таяние снега помедленнее, чем в городе. Улицы поселка Красная Глинка уже все готовы к помывке шампунем. Наполовину готовы дороги мехзавода и управленческого. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.